Всем привет! Привет! С вами Валери Джими и Кэрол Уайт. Сегодня у нас снова реакция на группу Шинхва, на их новый клип Kiss Me Like That. Эта группа уже на сцене с 1998 года. Я еще тогда мелочку затая была. Приступим, пожалуй, к самому клипу, да? Поехали! Давай. Так, какая-то кафешка, да? А, это типа быстрое питание кафешка. Да нет, это обычно. Это вообще на это на корабле находится все. А, ну, о, даже. А, да, я не заметила. Опаньки, девочки тут какие-то. Так, 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 интересненько. Так, шампане. Ты ловишь, да, момент? Ох, красавчик. Классный закат такой, да, наконец? Ну что, как тебе начало? Ну, скажем так, что... Залипательно, да? Да, время быстро летит, хотя вроде прошло так немного. По внешности, да, сразу видно, что они уже в возрасте, потому что они кандалы выглядят моложе. Я так сказала, в возрасте, что им уже лет 50. Ну не, ну как бы все равно просто заметно. Ну, видно, да, что им от 30 уже к 40 идет. Сама концепция уже как бы показывает на то, что это более такой зрелый... Зрелый идет. Концерт, зрелая да. Песня, но, как и предлагаю, здесь связана песня с девушкой, с отношениями какими-то, возможно. Ну, может быть, тут как парень спрашивает разрешение, может, я тебя поцелую, я не знаю. Надо перевод песни будет потом пляный, да? О, рэпчик. Так, короче, мы видим, что они на корабле, у них какой-то пир идет, и еще они все красавцы. Пустят хорошо. Да. Ну, и песня их, правда, какая-то такая легкая, именно как для вечера подходит. Отлично, у меня такое ощущение, что она больше для вечера подходит. Уже нравится. Какой? Хореография тоже хороша. Ну, как бы вообще все соответствует. И... Да. Ими же тогда. Можно мне за него замуж? О, как сразу. Да. А что происходит? А, это отдельная добавка, как идет. То, что у них происходит. Ну, мне нравится эта вставка такая. Да-да-да.
О, серьезно? Ого! Ничего себе! Ну, это нормально для концерта. Я не ожидала здесь поцелуев. Шикарный фон. Мы также в кинотеатре сидим. О, тоже залюты. Ну, здесь какие-то конфетти больше. Да. Это еще не конец? Серьезно? Окей, давайте посмотрим, что там дальше. Что будет дальше? Так, мне прям интересно стало. Так, что тут? Еще одна дополнительная ставка? Да, потому что этого не было в клипе. А, это один из вариантов того, что могло быть в клипе. Не, интересно, подожди, конечно, к такой теме. Это обычная туса, что? На, типа так и могло выглядеть, если была песня более... Быстро, что ли? Я не знаю. Да нет. Все то же самое, просто... Люди отдыхают. Можно это то же самое, что, знаешь, когда просто идут танцы, и там вот происходит именно такое. Офигенно. То есть это обычные танцы. Сейчас будут показаны. Без всякой романтики, короче, без всяких поцелуев, да? Так. Ну нет, ты видела, хотела там, молодец. Ну, чисто как что-то будто по приколу. Ну, и как тебе? Классно. Видно, что у них... Концепт, да, взрослые уже, так как они и сами уже. Это... Такие более старшие поколения. Да. Не, мне нравится. Ну, это здорово, да, красиво. Музыка очень идеально подходит к клипу. Ну, вообще, на самом деле, я, конечно, знаю эту группу уже где-то с 2014-2015 года, опять же, когда я пришла только в кей-поп, я чисто случайно тогда на них и наткнулась, я знаю их другие некоторые песни, и они мне сразу так врезали в глаза, но я до сих пор не думала, что они спустя еще такое время будут на сцене. Первый раз. С 1998 года, это просто в голове не укладывается, и это реально, наверное, единственная такая группа просто, которая так долго смогла существовать. Я, как всегда... Ничего не знаю. Она, можно сказать, почти новичок в кей-поп, да, постепенно. Старичков узнаем, да? Да, Кэрол? Да ничего, я постараюсь ее быстрее познакомить со старичками. Ну да, я не так много групп знаю. Первая для меня такая самая старая, можно сказать, группа из тех, какие есть кей-поп, которые я теперь буду знать. Они классные. Мне больше нравится тем, что когда именно реально группы становятся такой... старше и старше, у них добавляют подтанцовку. То есть, как бы, чтобы объёмнее это смотреть. Мне это очень нравится. Все было классно. Да, нам очень понравилось. Послушайте эту группу, может, вам понравится. Да, у них альбом также еще вышел, поэтому тоже послушайте его. Спасибо за внимание. Да, пока!